Скажите, пожалуйста, что сегодня происходило? В 6 утра вломились люди в форме спецназа, да, полицейские. Говорят, у вас проживает Виктор Сорокин? Все, мы сейчас будем проводить обыск. Ну, естественно, Витя был дома. Я там особо ничего не видел, не понял, в чем дело. Короче, начали там вещи досматривать, забрали кое-какие документы, диски. Ну, я так понимаю, там в телефоне покопались, возможно. Ну, ему стало немного плохо. Вызвали скорую, его увезли в больницу. Так. Вот. И они куда они сейчас поехали? Ну, скорее всего, с ним. В общем, вот такое дело. По поводу, что изъяли, то есть именно в его вещах копались. Посмотрели, что может быть припрятано там на шкафах, за диванами, типа того. В одной комнате только посмотрели, большой. Забрали только документы, в основном. Общались как? Со мной спокойно, там, не знаю, вроде по-тихому, без ничего там мне не заставляли, не орали. То есть. Ну, там ничего не поднимали. Головой в пол никого не крутили. Нет. Нет. По крайней мере.